Блин, это только первый этап, а я-то думаю, что такое, как я так легко мог пройти эту гонку? Это только первый этап. Ну ладно, чё, ладно. Фиг с вами, ребятки. Сейчас посмотрим. Мы не таких видали, как говорится, я готов. Думаете, вы самые умные, ребят? Да хер там. Ничего. Один уже влетел, хорошо. Куда ты лезешь? Ну, ходи сюда, родной. Нет, пацан серьезно. Ничего, он все равно ошибется. Он все равно, мать его, ошибется. Я больше чем уверен. А может и нет. По крайней мере, мы ему, ребятки, реально действуем на нервы. Мы висим на хвосте. Правда, сейчас, конечно, мы немножко отстали. Я накосячил, ребят. Да японская мама! Реально накосячил. Почему-то всегда они стартуют первыми. Ну, ладно. Отлично. Минус один. А это кто входит? Он входит стремительно. Зараза. Сейчас я тебя догоню. Сейчас, родной. Ходи сюда, блин. Зараза такая. Отлично, в стеночку. Умничка, просто умничка. Четко я его подрезал, блин. Остался этот. Вот тот куда-нибудь летел, а? Блять, в итоге я влетел. Так, ребят, собрались. А то я реально 2 недели буду проходить турнир. Я уже расслабился, думаю, о, одна гонка, хорошо прошел. Хер там, одна гонка будет. Ничего, сейчас пройдем, сейчас все будет. Я фиолетовый. Так, а мы вырвались, это хорошо. Сказать я, но все-таки ни хера не хорошо. Не, ребят, надо заново. Потому что это фигня полная. Вот, видимо, эта трасса меня и подъебала, извините, отражение в свое время. Да. Ничего, я все равно ее сделаю. Как бы там ни было. Я первый, ребят. Пока первый. Отлично, первый. Первый уже.
нормально. Придем, куда мы денемся, мать его. Блять. Сраный автобус, откуда ты взялся? Сука, и прям на повороте вот. Даже для маневра у меня не было места. Все или ничего? Мать его, все или ничего? Да, вот я теперь, ребят, понимаю этого пацана из школы, который реально хотел, вернее, не хотел, а разбил, да, реально разбил клавиатуру. Как я и рассказывал. Вот из-за таких, мать его, моментов. Не-не-не, родной, не-не, забудь. Второй, ты будешь вторым, ты будешь только вторым. Никого. Ага, опять сраный автобус! Хер вам всем, блин. Нарыло. Все равно буду первым. Так, едем. Не пускаем. Этого мудилу не пускаем. Опа! Нормально, блин! Идем вперед! Вот сволочь! Пошел к черту! Вот так! Отлично! Просто отлично! Просто шикарно, блин! Все, финишная прямая! Отлично! Муа! Просто муа! Следующий этап. Понеслась. Вот сволочь, он это делал специально. Ну, тварь, подожди. Специально сбросил. Так, первый идем. Нормально, оторвались. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай! Опередил, зараза! Блять, ну почему они вот именно в тот момент, когда я проехал? Вот так вот именно как склеились, я не знаю. Именно вот в тот промежуток, где я проезжал, они вот с одной и другой стороны меня зажали. Ну что за... Закон подлости. Давайте идет туда поехать, непонятно вообще. Так, едем. Да, хорошо. Первый тут. Thank you.
нормально. Ой-ой-ой. Блять, одна гребаная машина на трассе, и ту я поцелую в жопу. Ой, господи. Ладно, едем. Кстати, по-моему, сейчас можно даже вторым прийти, все равно буду на первом месте. Это что мне вторым прийти, приходить, вернее, когда я могу первым прийти, правильно? Правильно. Правильно. Так, а вот и финишная прямая. Ну вот и все. Называется нефиг делать. Ребят, нефиг делать, отвечаю. Блин, я пришел первый, я можно сказать, за один присест прошел этот турнир. Я не знаю, я не знаю, почему я его проходил 2 недели. Не знаю, но я это сделал, это просто какая-то эйфория, это просто супер. Блин, я просто на 7-м небе от счастья. Едем, в прямом смысле этого слова, дальше. I got a need for speed. Так, спринт, ребят. С кем ты хочешь потягаться? Ну, я тебе сейчас покажу, как ездят настоящие профи. Ну, давай. И понеслась. Ох, какие шустрые ребята, блин. Но здесь полный хардкор, здесь просто полный хардкор. Так, в обратном направлении, хорошо. Один уже поцеловал столб, решил остановиться и поцеловаться со столбом. Пососаться, так сказать. Давай, чё. Ага. Один умненький мальчик оказался, да? Ладно, мы все равно умнее. Ой-ой-ой-ой! Хотел сказать я и улетел хер знает куда. Это была, видимо, ловушка для меня. Да, это была... Это была для меня ловушка. Да, вот эти баррикады слева самые подлые, в них можно так лететь жестко. Ну, блин, да что ж такое? Что ж мне так не везет-то, а? See you later, alligator, come on! Тихо, ребят. Так, один, ну ладно. Да, машинка скоростная у нас уже конкретно. Не пустил, вы поняли, да? Не пустил, зараза. Так, хорошо, идем. Да он все обходные пути знает. Да. Шутки, пацан. Ой-о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 й!
Блин, хер я его теперь догоню уже, наверное. Молодец, вопросов нет. А вот я ни хера не молодец. Ладно, конечно, шанс еще есть, но очень маленький. И шанс мой состоит только из того, что они куда-то влетят и ошибутся. А это очень маловероятно. Этого я еще, может быть, мог бы обойти. А вот этого красавчика точно навряд ли. А вот этого красавчика точно навряд ли. Так, собрались, мать его, собрались. Надо выигрывать. Это не дело. Это реально не дело. Да что такое? Что ж меня разворачивает? Так, ладно. А вот здесь у меня есть преимущество. Такое. Как он так успевает? Здорово. Пошел, давай. Опачки. Называется пошел нахер. Сволочь. Ладно. See you later, alligator. Блин, и азота нет. Вот обидно, блин, это просто реально обидно. Ладно, хорошо, Херстон. Азот не будем тратить до самого вот этого финишного этапа. Реально не будем тратить. Что посечет? Блин, настырный сволочь. Ну ладно. Сейчас. Вот этот зеленый туда. Нам какую-никакую конкуренцию показывает, и все. Какого нам конкуренцию создает, и все. Ну почему, а? Ну ступил, ну реально ступил. Глупо, согласен, глупо, но что делать, блин? Ну ступил. Ладно. Джаве. Давай. Пошел. Блин, занесло. А этот вступил, блин, поехал по обходному пути. Нормальные герои всегда идут в обход. Но не в этом случае. Пошли. Мы можем его обогнать, можем, если постараемся. Что ты так затормозил, родной? Сейчас посмотрим.
Блять! Пиздец. Ребят, ну почему, а? Ну почти на финише, ну почти же уже, ну вот уже, почти вот, блять, гребаная вонючая легковушка, сука. Я реально уже начинаю материться, ну блин, ну это... Блять, ну почему так не везет? Ну почему? Сука. Так, теперь уже и двое впереди, вообще прекрасно. Сначала этого надо обойти, да? Жесткие ребята, жесткие, реально жесткие. Ну ладно, ладно, ладно. Чё, один ушел. Нет, второй бы ушел. Вообще замечательно. Пойдем по прямой. Нельзя сильно тормозить, иначе не убьем. Отлично, отлично! Пошел! Пошел! Хер тебе нарыло, урод, блин. Отсоси мой толстый! Да. Отлично, отлично, просто отлично. Шикарно просто. Идем дальше.